душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Идет время Петропавловского поста. Вы знаете, кто-то страшится, кто-то радуется, потому что действительно, что такое пост? Пост – это наш учитель, пост – это наш добродетель, если мы действительно его соблюдаем. Потому что если человек будет постоянно не поститься и будет только кушать столько, что ему будет вредно для своей здоровья, потому что часто у нас наше здоровье портится от того, что мы переедаем. А пост нас учит не только, чтобы не переедать, но учит нас, чтобы мы воздержались от некоторых видов пищи еще. Вы знаете, это очень необходимо для нашего тела. Поэтому пост, вы знаете, является нашим другом, является нашим благодетелем, является нашим назидателем, является нашим учителем, потому что действительно он делает очень много для нас, если мы его соблюдаем. Но пост должен быть не только телесным, пост должен быть и духовным. Ведь, как говорит святитель Иоанн Златоуст, что такое истинный пост? Истинный пост есть воздержание своего языка, свои мысли, свои чувства, свои нехороших желаний. Когда человек начинает поститься, начинает думать над собой, начинает так работать над собой, вы знаете, он учится от поста, учится от своих добродетелей. Потому что действительно в человеке вложен Богом закон совести, который нам всегда подскажет, что такое добро и что такое плохо. А для того, чтобы наш закон совести работал у нас всегда, то мы должны и молиться, и поститься. Сам наш Господь Иисус Христос, мы знаем, что Он перед тем, как начал свое служение, Он 40 дней постился в пустыне. Он ничего не ел, ничего не пил. Он только молился, Он только беседовал со Своим Отцом Небесным. Вот сейчас говорится, что пост Петровый – это не такой строгий, не такой. Но любой пост, и строгий, и не строгий, если мы правильно постимся, если мы не переедаем, то это на пользу нашей души и нашего тела. Пост – это не диета. Потому что когда мы заболеваем от каких-то болезней, от переедания, потому что когда мы много едим, когда мы едим все время жирной пищи, и потом начинаются всякие болезни. И вот, дорогие мои, в течение вот этого Петрового поста давайте будем поститься так, как подобает истинным, верным, правильным христианам, потому что действительно Господь нам поможет, если мы это захотим. И вот этот пост пока Петровый продолжается, он будет еще сколько-то дней, он только 11 июля кончается, 12 июля уже будет Петр и Павел. Поэтому давайте будем соблюдать этот пост. Но запомните, что пост – это не только воздержание от некоторых видов пищи. Пост – это есть и от воздержания своего языка, своего взгляда. Если мы начнем поститься, то мы ощутим, что у нас что-то переменяется, делается лучше. Но опять же, это зависит от нас, от самих. Потому что если мы не были грешными, Бог нас не проклял бы. Потому что Бог проклял нас за то, что мы согрешили перед Ним. Мы нарушили ту заповедь, первую заповедь, которую Он нам дал. И тоже было связано с пищей для нашего тела. Поэтому через пищу мы должны, через других, вот что касается и духовных пощений, и телесных, то мы можем только вернуться к тому образу, который был у нас первоначально чистый. И вот мы, когда перейдем из этой жизни, благодаря наших подвигов земных, пощений, молитв, чтобы вернуться к первому образу, который мы его потеряли. Поэтому, дорогие мои, давайте будем продолжать соблюдать пост и духовный, и телесный. Поэтому я желаю вам помощи Божьей и желаю вам, чтобы святые апостолы Петр и Павел помогли вам провести время этого поста. И пусть благословение Господне будет над вами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа.
вся внутренняя моя, имя Святое.